Фигурантами уголовного дела о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего стали два родных брата из Энгельса. Помимо кровных родственных уз, молодые люди, одному из которых всего лишь 21, а другому 23 года, повязаны теперь кровью в буквальном смысле этого слова. На руках обоих кровь 35-летнего земляка, по воле судьбы оказавшегося за рулем такси, которое парни сняли с целью бесцельного, в общем-то, автопроменада. Мужчина забрал пассажиров в центре города. Молодые ребята, прилично одетые, правда, нетрезвые, но мало ли поводов. Поехали в сторону Маркса, свернули к дачам. Потом, разгоряченные алкоголем пассажиры, решили продолжить путешествие. На машине, но без того, кто был за рулем. Случилось то, что в судьбу всех троих теперь навсегда останется точкой невозврата. Нанесли водителю телесные повреждения, в том числе два ножевых ранения, после чего выбросили его из машины и попытались скрыться. Израненный таксист сумел покинуть машину. К счастью для него, его не преследовали и вскоре обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты, сообщившие о жертве нападения в полицию. Очень помогла полицейским бдительность одного из дачников, оказавшегося их бывшим коллегой. Зная, что неподалеку совершено преступление, он позвонил в полицию сразу после встречи с внуками соседки по даче. Парни были пьяные и в окровавленной одежде. Сейчас протрезвевшие и, хочется верить, осознавшие и раскаявшиеся, подозреваемые находятся под арестом. В ответах на вопрос о причинах совершенного оба немногословны. Хотели машину забрать? Цель-то какая была вообще? Не было никакой цели. Говорят, хотели покататься. Настоящие мотивы и роль каждого в преступлении предстоит установить следствию. В качестве наказания, по вмененной им на сегодняшний день статье уголовного закона, предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Так что в перспективе катать долгие годы их будет только автозак. Ольга Орлова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.